что я сделал. Поэтому мне пришлось накопить денег и купить ему новый попрыгунчик. Я попался, попрыгунчик с ведьмой. Какая была лекция Симочки на его новый попрыгунчик? Очень нравилось играться с ним. Я не назвал этот попрыгунчик Фиолетушка. Фиолетушка, ты куда? Через несколько дней Симочка опять потерял свой попрыгунчик и снова загрустил. Поэтому я решил сделать ему подарочек и накопил денег на целых 5 попрыгунчиков. Смотрите, какой прикольный мне попался. Только послушайте реакцию Симочки на его новый подарочек. За своему новому подарочку. Мне кажется, 5 попрыгунчиков за раз для него было слишком. Это все мне? Ура! Мы закончили наш первый сезон. Целых 20